Всем привет, с вами Клон Диблэй. Сегодня у нас обзор на мини-фигурки по 20 серии. У меня их 4 штуки, но сегодня я покажу только 2. Где-то 2 месяца назад я уже делал обзор на 2 мини-фигурки по этой серии. Вот, но их наконец завезли к нам в город, и я решил делать еще несколько обзоров. Давайте начнем. Я их не прощупывал, поэтому... Даже я не знаю, что там. Кто там. И это Рейнджер. Опять у меня уже такой есть. Как раз таки я его показывал в моем первом видео по этой серии. Там у меня попался он и пиратка. Вот. Поэтому не сказать, что он мне особо нужен. Хоть фигурка и прикольная. Ведь у него есть даже принты на руках. Вот здесь вот. Но я считаю, что для вот этого вот оружия нужна была бы еще рукоятка, как там, например, в Звездных войнах. Но все же. Фигурка сама по себе неплохая, просто у меня их 2. Ну и тут есть буклетик. Такие вот пиратки, которые у меня есть. Ну вот, в принципе, такая фигурка. Давайте начнем. Точнее, не начнем, а посмотрим вторую. Открываем вторую. Вот. Так, и тут уже кто-то новенький. Так, давайте вместе разбираться. Вот ноги. Кстати, туловище довольно прикольное. Вот, потом получается. Кстати, лицо у меня такое первый раз попадается. Одностороннее. Кепка. Потом подставка. И тут еще из таких... деталей нужно что-то собрать. Давайте откроем наш буклетик, потому что, ну, это что-то типа квадрокоптера. По идее, должно получиться. Давайте же это проверим. И тут не написано. Тут всякие другие эти штуки прикольные нарисованы. Ну, давайте посмотрим на картинку его. Угу. Ну, примерно понятно. То есть у нас есть такая вот деталька. Из нее... вставляем винты, как бы пропеллеры. Неудобно это через камеру все смотреть, но выхода нету. Мы туда их продеваем. Даже, судя по всему, будет запасная деталька. Так вот, продеваем. И с этой стороны точно так же. Потом это пульт управления, запринтованная деталька. Вот, потом получается это со временем вот так и вот так. Вот и все. Это квадрокоптер, кстати, весьма интересный. Вот так он дается в руку. Также осталось даже 2 запасные детальки. Ну вот, в принципе, такие вот мини-фигурки, коротенькое видео. И я вам еще скоро покажу, еще 2 пакетика у меня есть. Поэтому ставьте лайки, всем удачи и пока.